Доброе утро! Сегодня 28 июня 2020 года. Я первый раз иду в церковь в этой эре. Иду с соседями в их церковь, посмотрю, что там такое. Они меня предупредили, что будет сервис проходить не в здании церкви, а в их спортзале, потому что из-за обстановки, когда нужно соблюдать дистанцию, они перенесли в это помещение, и стулья ставят там по два, по три, по четыре, семья пришла, села, и на определенном расстоянии от других, чтобы все соблюдать и чтобы можно было приходить. Православные церкви здесь тоже есть. Я нашла три, две греческие, одна, надо разбираться какая, но они там в 40-50 минутах от меня. И я туда съезжу и посмотрю. Не знаю, буду ли я туда ездить на регулярной основе, но пока не поеду. Пока не поеду вот в этих условиях, а пойду со своими соседями первый раз. И я очень рада, несмотря на то, что я 2 дня провела в Колумбии, женила людей и великолепно провела с ними время, все равно хочу выходить хотя бы вот по воскресеньям с утра. И вот такая возможность сейчас есть. Обрядилась я вот в такое платье. Не знаю, как вам его видно там хорошо, но это платье вы на мне видели. Оно просто село лучше, потому что я вот подстранила немножечко в связи с чисткой, что меня безусловно радует. И я возьму с собой вот такой вот жакетик. Жакетик коротенький, может рассматриваться и как болеро тоже. Я так думаю, просто он в голову куплен тогда, когда болеро еще в моду не вошло. Ему 100 лет в обед. И вот он у меня такой яркий, раз замечательный. Я буду вот такая вот достаточно приличная новая прихожанка. Туфельки надела вот босоножечного типа. Туфельки все-таки на не очень высоком каблуке. Но для того, чтобы не вычурно и прилично смотреться в церкви. Из украшений у меня все очень скромно. Я вот такую маленькую повесила ожерелье все равно. Там оно из чего-то, может быть, даже и не серебро. Я очень сомневаюсь, что это серебро. Хотя вполне может быть. Это Америка. Из ароматов мы берем сегодня вот такой вот флакончик. Это Арман Баси in Red. И он у меня сейчас стоит на первом месте. Я им пользуюсь каждый божий день для того, чтобы его потратить. Вот чтобы просто потратить, потому что освобождаю место, хочется купить что-то новое. Но я решила, что несколько флакончиков закончу, а потом на какой-нибудь праздник порадую себя тем, чем хочу. Вот этот вот уже немножечко осталось. То есть я флакончика-то 2 избрызгала. Вот этот на подходе, и у меня сегодня еще будет одно украшение. Вот такой вот. Вот такой вот. Купила его вчера. Мы с молодой. Молодого оставили дома, потому что он у нас после операции уже месяц, но чувствует себя еще не очень. А с молодой пошли в даунтаун, пошли в центр города. У них улицу перекрывают, делают ее на выходные только пешеходные, как это принято теперь и в России во многих городах делать. И там эта улица превращается в рынок. Обычно там очень много различных изделий. В этот раз в основном были только еда, фрукты, свежие овощи. И очень немного было поделок. Я не планировала ничего покупать, но мне очень хотелось вот такую маску. Я уже вижу несколько недель на людях такие маски. И думаю, что, наверное, это удобно. Это на самом деле удобно, потому что я могу дышать. И когда я надеваю очки, то они не потеют. Из-под маски идет теплый воздух, и мои очечки запотевают, и мне не очень уютно. А вот в этой раз замечательно, ее можно так вот носить, когда она вам не нужна. Вот можно не где-то не бросать, а вот так на голову надел, еще и с козырьком получается. Я купила 10 таких скринов, как по-русски-то, экранчиков. И подарю 2 таких экрана вот моим соседям, с которыми я поеду сегодня в церковь. Думаю, что это их порадует. Впечатление о церкви расскажу, может быть, расскажу. Спасибо большое за то, что заходите на этот канал. Тоже с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.